Всем привет, ребята, и вы на канале Катюшкины игрушки. И сегодня я буду снимать влог. Вот. Все, я уже в школе. Привет. И сейчас у нас уже будет третий урок русский. Вот. Сегодня у нас 5 уроков. Это русский, математика. Спецкурс. Классный час, ЗО и литература. И уже прошла. Что мы сделали с ковром? Не знаю. Репетиция. Ну, это литература, короче, была. Литература. Вот. Все, я почти все уроки сделала, мне только осталось дописать русский. Я буду здесь вот слова. Вот, и сейчас я тоже буду делать, потому что сейчас у нас на часах 13:26, то есть половина второго. Вот, а мне... Что-то вообще затупило. А мне в школу искусств без 10:03. Сделали все уроки, нам задали 4 урока на понедельник. Это русский, математику, литература и английский. В принципе, там было не очень сложно. Вот. Сейчас я буду Все, ребят, я уже поиграла на фортепиано, как вы заметили. Здесь светит солнце просто. Вот. Вот. И сейчас я уже буду собираться на фортепиано. Сейчас у нас 15 минут третьего. Вот. Сейчас я буду собираться на фортепиано. Вот, я уже на улице. А у нас время 25 минут. Я хотела выйти уже 30. Я решила выйти пораньше, как вы видите, я уже скрываюсь в парке. Вот, что там опять шла собака. Я вам уже, как вам уже говорила, я собак боюсь. Вот сейчас 27 минут, я еще только сейчас должна была выходить. И здесь собака. Она сидит. Вот.
куда пойду. Ну, сначала я иду на фортепиано, у меня идет 45 минут. Вот, а потом я вам скажу, куда я пойду. Все, ребят, я иду с фортепиано. Сейчас я зайду в фикс прайс, как я уже говорила. Я еду завтра в Саратов, поэтому мне надо купить какие-то продукты, какие-то кусочки. Сейчас я еще дошла на посылку, думаю, потому что получила посылку, дома будем открывать. Ну а сейчас фикс прайс. Все, я уже поднималась, я уже зашла в два магазина. Это фикс прайс и престиж. На почту, но я это уже все говорила. Вот, и сейчас я приду домой и буду вам показывать, что я получила, купила. Вот, поэтому ждите. Вот. Все, я уже дома, как видите. И сейчас я вам буду показывать, что я купила завтра в дорогу. Так, я купила супер конти здесь, ну, как называется, здесь два. Вот, супер контик, он мне очень нравится. Ну, это, типа, кто не знает, такая печенька, и полита она шоколадом. Дальше мармеладки, я их никогда не пробовала, они, по-моему, новые, что ли, или я их не видела. Они какие-то просто очень кислые. А, здесь мармелад жевательный со вкусом лимона и лайма. Ну да, они кисленькие. Желейной начинкой в осыпке. Ну, короче, здесь посыпано либо какой-то, ну, сахаром, наверное, я не знаю. Вот, и они кисленькие. Я люблю кисленькие. Дальше я купила Nesquik. Вот, он... Я забыла, как это называется, короче, такой пузырчатый, воздушный, пористый, вот, пористый. И еще круассаны, вот такие вот мини-круассаны. Там был один большой и такие вот маленькие. Я взяла маленький, хотя я люблю большой, но зато маленьких надолго хватит. Я не знаю, сколько их здесь, но здесь их, наверное, 6-7. Вот. Все, это все. Я еще возьму булочки и воду. И чуть-чуть. Так, посылка. Ну ладно, наконец-то я ее очень долго ждала. Она шла из Алиэкспресса. И я уже знаю, что там, вы еще не знаете. Поэтому вот, да. Так, давайте ее открывать. Так, вот ножницы. Я уже сразу все приготовила. Ура, это то, что я думала. Это чехол для телефона. Вау, короче, сейчас я просто в шоке. Сейчас я его раскрою. Я его очень делаю, он силиконовый. Короче, смотрите. Здесь это силиконовый, это единорожек, и здесь вот он такой вот антис... Ну как, на него нельзя давить, но он вот так вот, здесь блестки вот так вот переливаются. Вот, это просто очень красивый чехол, мне он очень нравится. Наверное, будет моим самым любимым. Вот, и он розовый, силиконовый, вообще должен подойти. Вот, и он такой хорошенький. Прям мне очень нравится. И фильм прикольный, и вообще. Ну, он вообще должен подойти. Вот это что? Это у меня так и на каждых чехлах. Я не знаю, просто на том телефоне, когда мне чехлы приходили, у меня такого не было. А здесь у меня есть. Короче, это просто прикольный чехол, божественный. Я, наверное, с ним завтра я с ним точно пойду, как бы. Вот. Вот такой вот, ну, силиконовый, он называется. Я очень люблю силиконовые чехлы. Вот. И
Ну, вообще он должен пройти. Вот. Спасибо. Вот. Все, это все то, что я купила и забрала с почты. Так, сейчас у меня через полтора часа там. Я где-то буду собираться через 40-50 минут. Вот. Танцы у меня начинаются в 6, но я выхожу где-то 20-30 минут. Я пораньше выхожу. Вот. Ну, я, кстати, думала, то, что единорожек будет повыше. И, кстати, я только сейчас заметила то, что рог вот этот, он был, по-моему, тоже розовый, или он просто был белый. А здесь он разноцветный. Вот. Все, ребят, я уже иду на танцы. Пророк. Пророк, я так не объяснила, какой он цветом был. Ну, мне кажется, явно не разноцветный, потому что он бы сильно выделился. Да, он реально, этот рог сильно выделяется. Ну, чехол сам очень классный. Вот у него очень... Он даже не силиконовый, то есть он где-то между пластмассом и силиконом. Вот. Ну, сейчас выйду на танцы. 20 минут у нас. Время 6-го. Потому что уже темнеет, поэтому я иду. На камере еще светло, а вот вообще уже темно. Вот. Все, ребята, я уже пришла домой, и сейчас я буду ужинать, и потом, ну все, я все в принципе сделала, отдыхать. Ну, и я уже знаю то, что я буду делать, я вам потом скажу. И сейчас вам появится вот здесь вот на экране где-то, ну там потом, видео, где я снимаю лайк. Это моё, подари мне полёт. Раньше была как лёд. Танцует и поёт, она танцует и поёт. Холодно как лёд, нас никто не найдёт. Всё, я уже покушала, как видите. Я искупалась, у меня здесь полотенце. Вот, и всё. Сейчас я буду решать олимпиаду. Это как бы, как это называется, забыла. Короче, на сайте я буду решать олимпиаду, вот, которая называется Олимпис. Все, сейчас я уже буду решать по английскому. Ну все, ребят, на этом я буду заканчивать свой влог. Если вам понравилось это видео, то ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик и пишите в комментариях, какие вы еще хотите видеть видео на моем канале. И всем пока-пока!